Значит, Грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. В лесу, в горах, да, но здесь, у Большака. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запах крови, паленой плоти. Иногда это сводит чудовищ с ума. Людей тоже. В Белом саду надо быть поосторожнее. И как только что-нибудь узнаем, сразу поедем дальше. Не торопись! Но он отнекивался, то все, таким чик-чик.